Фокс-Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Член правления партии для развития Латвии Эдгарс Янус у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Ну, интересный сейчас период. Мы пережили внеочередные выборы. Создана коалиция перемен. С одной стороны, это действительно, может быть, ну, сенсация, не сенсация, но такая вот позитивная неожиданность, что коалицию удалось сформировать, ну, в рекордно короткие сроки. Еще даже не было первого заседания Рижской думы, а коалицию удалось сформировать, несмотря на то, что участвует сразу столько партий, с одной стороны. С другой стороны, и, наверное, перемены будет не так легко осуществить, именно исходя из того, что столько много игроков, а проблем в Риге, как ни странно, оказалось так много, что я думаю, что не ожидали и сами кандидаты в депутаты. Да, конечно. Еще нужно учесть, что в период там, работы Рижской думы в первые года у нас будут два выбора. Да. На следующем году, значит, выборы муниципальные, через два года 7. И это, конечно, не сделает легче ситуацию, да. Так что я думаю, что действительно у нового мэра и команды такое трудное время впереди. С другой стороны, если мы смотрим то, что и вы сказали, что настолько якобы легко удалось создать коалицию, это показывает на то, что в принципе все-таки этот путь на насчет там, ну, если можно так сказать, цели, ну, я могу сказать, что больших споров нету, да, значит, эта ситуация делает немножко легче, да, все силы в Рижской думе, которые входят в коалицию, себя чувствуют как альтернативу тому периоду, когда Саскани руководил Ригой. Это нормально, когда, в принципе, оппозиционные партии берут верх на выборах, да, и происходит, ну, если так можно сказать, абсолютная смена власти, да, это в Риге случилось, это нормально, демократически, да, и так что я думаю, что это немножко ситуацию делает легче, да, что нету, условно, там части сбывшей коалиции, да, в этой коалиции, так всегда работа намного сложнее, да. В этом аспекте ситуация лучше. Но посмотрим, будем смотреть. Плюс думаю, что экономическая ситуация с ковидом и так далее, это тоже сделает внесет свои поправки в ту, может быть, если так можно сказать, программу, которую политики себе обозначили. Если мы говорим для развития за прогрессивные, я так помню, что там было 4 партии еще, из Аугсме, да, и просто у них нет кандидата, ну, нет, депутаты не прошли, но, в принципе, 4 партии – довольно большое объединение. Вот все-таки, вот исходя из твоего опыта, все-таки это вот правильный подход? Вот, я думаю, что да. То есть избиратели как раз хотят, чтобы партии объединялись, да? В принципе, это коалиция уже перед выборами. Значит, избиратели уже, мы перед выборами сказали, что мы уже сумели сесть за один стол, договориться насчет основных целей, да, отбросить, может быть, какие-то свои программные там пункты, насчет которых договориться невозможно, да, и вот мы уже, у нас уже есть такой объем, насчет которого уже вот 4 силы сказали совместное «да». Я думаю, что такой, если можно сказать, скандинавский подход, когда уже, в принципе, партии перед выборами говорят насчет того, какая будет коалиция. В принципе, там в соревновании участвуют силы, якобы отдельные, но уже ясно, эти будут в одной коалиции, эти в другой, да, которые побеждают, которые там партия больше набирает из условной коалиции, та условно становится лидером коалиции. Но коалиция как такова, в принципе, уже ясна. Это не такая ситуация, как у нас в Латвии. Да? Все проходят, и тогда коалицию там, в большинстве случаев непонятно, из каких сил будет сделано. Вот, может быть, я чересчур оптимистично смотрю, но так всегда хочется оптимизма, когда какая-то новая сила приходит и начинает работать. Вот нет такого ощущения, что все-таки определенный этнический барьер в Риге удалось сломать, тому же для развития «за». Конечно, мы точно не можем сказать, сколько проголосовало, там, не знаю, русскоязычных, сколько латышей, это как бы все очень относительно, но нет такого ощущения, что все-таки чуть-чуть мы хотя бы отходим на муниципальных выборах от этого этнического разделения? Ну, мне приятно это слышать. Это, конечно, всегда была в том числе и моя
как политика, цель да, чтобы этот этнический аспект, барьер как-то остался в прошлом. Мне тоже есть такое ощущение, но, к сожалению, барьер-то мы, как сказать, ну, перешагнули. Перешагнули, да? Только ну, барьер был довольно низкий. Это правда, с учетом явки, да? Да, с учетом явки других аспектов. Но позитивно то, что первый раз, в принципе, из, если так можно сказать, из партии, за которых голосовали в основном латышкоязычные избиратели, да, прошли кандидаты с русскими фамилиями, если так можно сказать. Не было этой тенденции, что они все были вычеркнуты. Вычеркнуты. Да, а да, может, бывает так, что конечно, они идут в латышском списке, оказывается, внизу. И наоборот. Это правда, кроме там каких-то исключений. Да. Это первый раз, когда, в принципе, так не было. Насчет списка, например, Бурова, вообще очень интересно. Да, там в основном прошли, кроме Олега Бурова и Рафальсона, да, прошли только латышкоязычные. Это показывает, что избиратель там действительно был такой микс. Да, это очень хорошо, это, по-моему, очень хорошие такие сигналы. Но, как я в начале ответа сказал, я все-таки считаю, что этот барьер был довольно низкий. Довольно низкий. Да. Но это, видимо, потому что избиратель согласия растерялся, да, так мягко говоря. Ну, очевидно. Очевидно, то, что избиратель согласия пришел на выборы намного меньше в объеме, да, явка избирателя согласия была намного ниже, это очевидно. Это, конечно, повлияло на общий результат. Ну, мы знаем, что и сейчас... это еще показывает, что, да, что мы видели. У Саскани фактически не было рекламной, если так можно сказать, предвыборной кампании. Визуальной, по крайней мере, точно. И это то, что я всегда говорю. Рекламная кампания, предвыборная кампания должна быть. Если ее нету, тогда избиратель приходит на выборы. А только очень-очень недостаточном, если так можно сказать, объеме. Как очень многие смеялись, скептически относились к тому, что вот реклама Мартина Шестакиса появилась очень рано. Все кричали фальшстарт, вот зачем, выборы перенесли. А ведь на самом деле, действительно, когда приходит относительно новый человек, по крайней мере, для рижского избирателя, как раз это возможность познакомиться с ним. Это было, так как я был одним из тех, кто руководил компанией Мартина Шестакиса, я могу сказать, это было именно четко. Мы понимали то, что у нас кандидат, который мало известен, да, его просто не знают, да, и нам нужно использовать все время. И это вас даже не испугало, что его не знают? Нет, да? это нас не испугало, мы поняли, что это может быть и плюсом, потому что рижанин действительно хотел в Риге перемен, да, и мы просто все время использовали действительно для вот так, скажем так, очень эффективно. Еще что нужно понять. С момента, как государство дает партиям деньги в довольно большом объеме или достаточном объеме, я скажу так, надеяться на последние недели, в принципе, очень неправильно. Почему? Как потому что деньги же у всех сейчас есть. Значит, ну, по крайней мере, у основных политических. Нет, ну, в принципе, у всех, ну, скажем честно. И громкость политических предвыборных кампаний очень высока, очень громко все, уже никого не слышно, кто говорит, кто кричит, да. И побеждают те, сейчас уже тактика важна, нельзя дождаться последних двух недель, тогда уже ясно будет, просто там звук на самую там высокую да. А нужно сейчас уже насчет тактики думать, раньше начинать, да, нужно искать моменты, когда быть услышанным, да, и мы, я думаю, очень-очень правильно сделали, что начали кампанию даже перед тем, как, в принципе, Дума была распущена. Ну, не секрет, что вот оппозиция, ну, это, наверное, любая оппозиция, она надеется, если она видит, что у них не хватает голосов, а если мы говорим о Рижской думе, это такой, наверное, впервые за долгие годы такой большой перевес правящей коалиции. 39 против 21. Ну, 13-го года у господина Ушакова было 38. 38. Так что... думаю, что, ну, почти, да. Тем не менее, 39. Понятно, что оппозиция в этой ситуации, наверное, она надеется, ну, это, наверное, тактика любой оппозиции, надеется на раскол
внутри коалиции и смотрят на развитие за и прогрессивные, и говорят о том, что, ну, знаете, прогрессивные – это все-таки они сами сказали, что они левые, они социал-демократы, вот вроде бы движение за и даже для развития – это в основном либерального толка, вот как они вместе сработаются. Наверное, тяжело еще сейчас делать какие-то прогнозы, но все-таки каковы ощущения? Нет, ну, эту условную проблему мы очень четко понимаем, и поэтому будем делать все возможное, чтобы этого не случилось. Что это что нам нужно делать для того? Нам нужно просто для этого очень много внутренне разговаривать, дискутировать, искать компромиссы. Мы на это готовы. Это во-первых. Во-вторых, левые партии насчет экономической программы, да, исключая, может быть, действительно партию за развитие Латвии, у нас, в принципе, все. Они, может быть, так себя называют, если мы смотрим на программы, они все левые. Так что жить в таком левом политическом пространстве мы уже научились. Точно. Ведь да. На самом деле даже национальные силы, они же левые. Национальные силы по экономической программе абсолютно левые. Например, та же «Зеленые крестьяне» по экономической программе полностью левые. То есть они могут с согласием посоревноваться. Да. Вот именно. И поэтому мы уже привыкли как-то выживать, в принципе, в этом левом политическом пространстве. Так что я не думаю, что здесь в Рижской, я думаю, что-то особо отличается от ситуации в правительстве. Но это что нам нужно понять, это мы понимаем, я надеюсь, что дискуссии, внутренние дискуссии, нужно быть открытыми, никому мы не можем себе позволить быть арогантными, да, ни к коллегам из общего списка, ни к коллегам из других коалиционных партий, потому что, как вы правильно сказали, это не ситуация господина Ушакова. Господин Ушаков, в принципе, ладно, у них там считались две партии, но фактически, да, у Согласия 10 лет было абсолютное большинство. Ну, там, если мы там последние полтора года не берем. Но у нас не такая ситуация, да. У нас реальное коалиционное большинство, и там уже очень важно этот процесс, как мэр процессом руководит, как мы слышим каждого депутата из коалиции и так далее. И я думаю, что мы готовы к этому. Да, вот возвращаясь к Согласию, вот понятно, что у них сейчас кризис, как они из него выйдут, это может быть другой вопрос, но тем не менее, ведь такая ниша, которую занимала Согласие, она ведь не может оставаться пустой. Вот, ну, как кто-то там будет, или того же Согласие переформатируется как-то, или какая-то другая сила, потому что они же, в принципе, занимали довольно большую нишу. Можно, конечно, спорить, насколько она там была искусственно создана или нет, но они же занимали довольно большую нишу. С другой стороны, наверное, я не думаю, что, допустим, для латышского истеблишмента было бы хорошо, если бы эту всю нишу занял, например, Русский союз Латвии. Ну, то есть радикализировал избирателей. Я думаю, что это было бы очень плохо для, как вы правильно сказали, для латышского эстаблишмента политического. Я, в принципе, даже надеюсь, что господин Домбровский Вячеслав, да, который уже заявил, что он думает насчет создания новой партии. Я думаю, что ниша для такой партии есть. Это, в принципе, такая же ситуация, как у Венотиби была 3 года назад, когда появилось, значит, объединение Атисты Байпар. Да. Ну, значит, это то же самое ситуация, да, такая же ситуация появилась в электорате Согласия, да. То, что в этот электорат, очевидно, готов к современной политике, да, в принципе, даже такому прозападному, я бы сказал, да, модерному такому движению, да, и, по-моему, господин Домбровский очень, ну, хорошо это чувствует. Я не понимаю, почему его главный конкурент уже ШАС, господин Урбанович, так ему помогает, исключая его из партии. То да? есть, фактически он помогает. Он, знаете, есть такая поговорка, не помню, кто ее говорил, когда судили Бродского, да, тогда вот такая поговорка: какую биографию для Рыжика делают, да? Ну, это даже то же самое, да, вот Урбанович, ну, просто, ну, на максимум помогает, чтобы вот сказать, вот реальный политик, вот на постамент его ставит, ну,
Я смотрю, как конкуренты, думаю, ну, мы не конкурируем там напрямую, но в принципе, ну, я думаю, очень странно. Или не понимает, или есть какой-то хитрый план, не знаю. Но то, что господин Урпанович все делает, чтобы этот конкурент появился, это очевидно. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот говоря все-таки для развития «за», с одной стороны, мы видим, что идеи либеральные, ну, так условно говоря, они востребованы в обществе. С другой стороны, у нас же, в принципе, общество, неважно, это вот решили русские, оно достаточно консервативно. Мы видим, как, к примеру, в штыки там принимается законопроект, к примеру, о гражданских браках, гражданских отношений, да, и фактически тут объединяются все, и консерваторы с одного фланга, и там, не знаю, с левого, и с другого фланга. Может быть, действительно наше общество еще вот как бы не созрело для таких? С одной стороны. С другой стороны, значит, вот хороший пример был насчет, значит, голосования в парламенте, в комиссии насчет этого законопроекта, насчет браков, да, в том числе однополовых, да. На прошлой неделе, в среду, если не ошибаюсь, комиссия проголосовала против. И, как вы правильно сказали, там коалицию против сделали все. От популистов до консерваторов, да. от центристов до черт знает кого. Кроме нас, да, в принципе, кроме нас и Венотыбе. И сейчас за 6 дней опять собраны 10 тысяч подписей. За 6 дней. Еще не проголосовали в парламенте, чтобы... сказать «нет», и что от комиссии не дошло. А уже 10 тысяч. Уже новых 10 тысяч. Это что показывает? Что политики, по-моему, этого, я их называю old school пространства, да, но, в принципе, этого, как они себя называют, консервативного пространства, они просто не чувствуют, что общество меняется. Реально меняется. Ладно, я не хочу сказать, что там реально этот законопроект поддерживает там тотальное большинство населения. Но я думаю, что это мы уже не говорим, что это какие-то маргинальные идеи. Еще 5 лет назад реально были маргинальные идеи. А сейчас, я думаю, мы реально говорим, что это уже ну, почти мейнстрим. Да, и 10 тысяч подписей собрать за 6 дней. Это рекорд. Без рекламы. Без ничего, просто насчет идей. Я думаю, что здесь наши консервативные коллеги что-то не чувствуют. Да. Ну, мы знаем, что очень активничает в последнее время господин Гобзимс, который заявил о том, что он тоже хочет создать свою партию и в качестве, видимо, репетиции собирается вот эту акцию провести на улице. Вот с одной стороны, видимо, понятно, что он пытается претендовать на эту нишу КПВЛВ, вот этого протестного электората, который, наверное, скоро опустеет, с одной стороны. С другой стороны, насколько это вообще сейчас востребовано? Да? Нет, я думаю, востребовано. Все-таки, да? Есть определенный процент людей, которые готовы протестовать. Да? В этой эпохе внимания, да, когда там мало кто-то там анализирует какие-то идеи, программы, а все насчет такого, хопс, вот, что сказал, привлек внимание, и ты условно на top of mind, да. Да. В этой эпохе такой социально-популистический месседж, он востребованный. Вопрос в другом, может ли этот избиратель опять настолько активно прийти на выборы, чтобы собрать 16 мест в парламенте? Я считаю, что нет. 16 мест там не будет, второй раз не будет. Но то, что там есть ниша между 5 и 10, я думаю, что всегда да. Всегда есть такой протестный. Я думаю, что да. Особенно вот, сейчас, когда все социальные медиа и так далее настолько уже, ну, как сказать, опять это уже... Вот на них Гобзимс работает, да, судя я думаю, по всему, что да. Там главный другой аспект. Не обиделись ли они, в том числе на Гобзима? Потому что один раз же мы дали, условно, тебе, Алдес, их команде, ты был премьер-министром. Да, можно, конечно, обвинять Каменича. Ты был кандидатом премьер-министра, ты не справился. Ты же не был там каким-то там 103-м кандидатом. Да. Ты был кандидатом премьер, не справился. И что? Вот, да. Вот это вопрос, как вот этот избиратель чувствует, когда он смотрит на Гобзимса и его заявление? Точно, потому что обычно избиратель протестный, он такой достаточно радикальный, требовательный. Да. Если он да. видит, что через 3 да. месяца да. чудо не случилось, он отворачивается и ищет других. Да? Да, да. Или вообще не приходит на выборы. Да, это, кстати, интересный. Потому что феномен. Этот избиратель может спокойно не прийти на выборы. Он не чувствует такого момента, что на выборы нужно обязательно приходить. Нет,
форма высказывания этого избирателя, в том числе может быть так, я в этом не участвую, да, потому что условно все плохие, все здесь только плохое хотят государство, да, и я не участвую. Это нормально везде, притом не только в Латвии. Этот избиратель везде так думает. Он очень радикальный. Или там есть кандидат, за которого он горит, да, и тогда он готов его поддерживать, несмотря на то, что очевидно, да. Или, да, он полностью. Вот интересно, если мы говорим о коалиции, которая, ну, очень похожа на то, что создано в Рижской думе, ну, с определенными нюансами, это вот правительственная коалиция. Трудный период, наверное, ее ждет с учетом COVID-19 и экономического кризиса, с одной стороны. С другой стороны, многие политологи предсказывали, ну, сейчас начнется, вот будет бюджет, и вот коалиция развалится. Пока вроде бы не создается ощущение, что правительство Кариньша под угрозой. Нет, я думаю, что правительство Кариньша действительно довольно стабильное, и ничего не поменяется, я думаю, год еще точно, потому что это ситуация с ковидом, я думаю, коллег в правительстве сближает, они потому там раскол делается. Потому что сейчас не время вообще расходиться, да? Вот именно. Потому что те партии, которые в кризисе уходили с правительства, например, Таутас партия в 2009-м, кризис, они ушли, потом ПЛЛ, ну, чуть-чуть только пробрались в парламент. Еще раньше Саймникс, да, там. Да, Саймникс в 98-м, то же самое. Латвийский избиратель, да, очень жестко наказывает тех партий, которые в кризисе, да, идут какой-то своей дорогой, да, и не думают на что. Как раз наоборот, да. Они получат голоса, это как ошибка. Раз наоборот. И похоже, что члены этого правительства этого довольно хорошо понимают, да, и несмотря на то, насколько там есть какие-то противоречия, да, работают и будут работать вместе. Год, я думаю, что точно. Это очень зависит от того, насколько этот экономический кризис из-за ковида будет глубокий. Ну, многие считают, что у правительства при составлении бюджета особо не было больших возможностей для маневра. То есть увеличивать там налоги на труд уже нельзя, они и так достаточно высокие. Поэтому даже сейчас мы видим, что социальный налог снижает на 1%. Поэтому особо много вариантов нету, как да. Вот. Фактически это техническое правительство. Ну, по большому счету. В каком-то аспекте. Очень приятно, что, конечно, выполнили и исправили ту ошибку, что правительство сделало в прошлом году насчет медиков. Да. В принципе, на сей раз, я так понимаю, да. Деньги не, будут. Деньги найдены, это очевидно главный приоритет, будет исполнен. Да, это важно, потому что, ну, это было слишком уж... Вопиюще вообще не выполнять решение, да, закон. Ну, то, что сами приняли после выборов, да, если еще перед выборами принимаются такие, да, популизм, сами что-то, приняли, да, голова поехала, да, крыша поехала, но здесь после выборов все уже закончилось, сами принимают и потом не выполняют, ну, это несерьезно. Тем да. более понятно, что Конституционный суд, какое может быть решение вот Конституционного именно, суда вот в именно. Этой ситуации. Так да. что это хорошо, что это здесь деньги нашлись, это выполнили, это, ну, серьезный шаг, да, это эти деньги... Во-первых, на зарплаты, но, во-вторых, это и деньги в экономику. Да. Это же деньги, которые сразу, ну, будут потрачены, если так можно сказать. Это будет экономику двигать. Это важно. Это важно, да. Если мы еще возвращаем, может быть, к Рижской думе, как обычно, ну, когда приходят какие-то, ну, новые коалиции или новые политические силы, всегда есть соблазн, ну, как бы, ну, устроить, не устроить охоту на ведьм, но все-таки понимая, что если, с одной стороны, хотим бороться с коррупцией, надо вроде бы старые кадры, ну, как бы так, как повежливо сказать, выпроваживать, вычищать, с одной стороны. С другой стороны, устраивать сейчас вот такую вот длительную борьбу, выяснять, кто там где в департаменте сидит, наш, не наш, наверное, тоже не самое подходящее время. Как вообще быть? Ну, знаете, как эта ситуация покажет. Здесь важно, как сработаются люди. Руководители комитетов, руководители департаментов. Это очень зависит от того. То, что не будет никакая там охота на, как сказать, лояльных бывшему режиму. Да, скажем так, да, немножко через шутку. Это факт. Не будет такого. Но здесь важно, как вот сработаются люди. Так что я думаю, что перемены будут, но это точно не основная цель, там, поменять просто и рубить головы, как какой-то подход. Это для наших коллег ЕКП больше, да,
Но у них, я скажу, слава богу, объем в коалиции, ну, мандатов не настолько большой. Да, остальные все-таки, я скажу так, намного прагматичнее. Они смотрят на то, что мы должны свою программу выполнить, да, а не людей там наказывать, которые с бывшей политической силой, там, не силой, а с правлением бывшей коалиции там работают. На самом деле, вот результаты ИКП, вот они довольно тревожные. Я думаю, они тоже это должны осознавать. Нет, они преодолели все-таки с трудом, но 5-процентный барьер, но вот мы помним их неудачу на выборах в Ярпарламент, впереди вот выборы в самоуправление в другие уже в июне следующего года, потом выборы в Сейм. Им, наверное, тоже пора задуматься о том, что, видимо, что-то в их деятельности не устраивает избирателей. Ну да, не мне там их учить, да. Ну, просто на партии одного вопроса, значит, борьбы с коррупцией, конечно, очень хорошо, да, но, видимо... Но я тоже считаю, что им нужно понять, кто его избиратель, кто их избиратель и что этот избиратель хочет. Очевидно, что этот избиратель недоволен. Очевидно. И, видимо, вот попытка играть все на том же поле, что ТБ «Весу Латвии», который действительно имеет большой опыт и доверие своего вот довольно стабильного электората, наверное, это такой рискованный путь, да, вот попытка что-то на их, с ними конкурировать. Я думаю, что да, там голосов точно нету, потому что этот этнический аспект все-таки уменьшается. Год за годом, выборы за выборами, это все-таки уменьшается. Да, понимаешь, что выросло еще вот целое поколение, вот именно. Да, у которых нет уже... Которые вообще не понимают, о чем речь. Тут... У них нет никаких скелетов в шкафу, у них нет языковых проблем, да, вот и они уже вообще не понимают, а о чем тут вообще мы спорим. Да. Поэтому я думаю, что там нету голосов для двух серьезных сил. Да, да. Я думаю, что ниши есть, но ЕКП уже не новая сила. Они уже сила, которые на момент следующих выборов будет партия, которая уже 4 года проработала в правительстве. Там уже нужно сказать, а что сделано, где цели, которые выполнены, да, и результат, который... И нельзя все время сваливать о том, что у нас нет 51%. Ни у кого нету. Специфика Латвии, что нет и не будет, вот я думаю, в ближайшие годы. Именно. Это пропорциональная система выборов, это всегда так. Да. Вот поскольку, я думаю, наши радиослушатели знают, что ты довольно близок, естественно, к спорту, вот много спортивных организаций, наверное, жаловались справедливо, что вот эти вот налоговые изменения, которые были еще приняты прошлым правительством, привели к тому, что даже если предприниматели хотят поддержать спорт профессиональный, то у них нет никаких стимулов. В этой вот связи вот что-то будет меняться? Я скажу так, что что-то уже поменялось. С 1 января этого года ситуация намного лучше. Там были сделаны изменения в прошлом году, и с 1 января ситуация улучшилась. Она, конечно, далека от идеальной, но какой-то позитивный момент есть. Это раз. Минус, конечно, это ситуация с пандемией и в целом осложнение с экономикой в Латвии, да, так что я думаю, что спорту, так же, как всем другим отраслям, ну, годы, которые сейчас будут у нас, ну, которые у нас впереди, будут труднее, чем был прошлый. И я думаю, что и следующий, и позавследующий действительно такой будет. Если мы смотрим на этот бюджет, да, даже ЕКП, да, который руководит Министерством образования, где, конечно, и спорт как сфера, да, но там намного в бюджетном проекте уменьшение финансирования спорта. Да. С одной стороны, это объективно, бюджет падает, ЕКП падает, но с другой стороны, да, ну, это может быть и вопрос приоритетов. Да. Мы ждали реформы, да, там было очень много разговоров на то, что будет дефиниция приоритетных спортивных видов, да, чтобы деньги не выдавались на весь объем, а на какие-то цели, да, ничего из этого нету, да, ну, год прошел, больше года, полтора года прошло, ничего от этого нету, так что я думаю, что там возникают вопросы, да, но то, что общество спорта должно понять, что наступают трудные времена, а это факт. Может быть, такой последний вопрос, вот говоря еще о Риге.
понятно, можно по-разному оценивать временную администрацию, не будем их как бы особо критиковать, потому что, ну, действительно, тяжелый у них был период, да, 3 человека, полгода, они думали, что приходят на 2 месяца, примерно полгода, с одной стороны. С другой стороны, возможно, там как-то чиновники, которые готовили документы, их подвели, но вот эта история с парковками в Старой Риге, это то, что наши радиослушатели в шоке, да, вот там, где сделали зону Р, уже мэр высказывался по этому поводу, я так понимаю, что, наверное, ваша партия тоже вряд ли поддерживает, чтобы сейчас сделать такие дорогие парковки, и вообще Старую Ригу оставить без людей, которые ходят в кафе, там, ну, как хоть какой-то поддержка бизнеса в Старой Риге. Знаете, это философский вопрос. С одной стороны, так можно сказать. С другой стороны, если мы смотрим на ситуацию в других странах, то кафе появляются, если тротуары от машин свободные, да, та конкретная ситуация в Старой Риге, там же огромная парковка. Если там 2 кафе есть, супер, там нужно говорить с Рига-Сатексме, что там появляется какой-то знак на какое-то время, что можно оставлять машину и так далее. Но я не верю, если мы смотрим на Западную Европу, реально смотрим на Западную Европу, там в таком, фронт-месте, да, где вообще это подход к реке и так далее, нигде не бывает стоянка на 1000 машин. Это только, я извиняюсь, только в Риге или где-то в сторону востока, да, там в странах. Нигде в современном мире такого нет. Так что здесь я не до конца согласен. Это всегда очень болезненно для какой-то ниши людей, которые там живут, и для них нужно эту ситуацию решать. Например, какие-то там льготы, да, по принципу, там, не знаю, слишком высока цена, там, если у тебя 2 ребенка, еще ниже 3 ребенка, ну, это можно искать. Мы там говорим о пару десятых семей. А насчет бизнеса, я уверен, что это можно решить, чтобы там была возможность организовывать бизнес, да, но то, что люди больше там будут ходить, время проводить и в те же кофеюшках сидеть, если там не будет стоянки вокруг, я уверен, потому что я не хочу сидеть в кафе, вокруг которой просто стоянка, да, это просто несерьезно, нигде такого нету, и здесь не нужно, по-моему, себя обманывать, да, да, это я точно понимаю людей, которые были возмущены, что это настолько поздно. Решение же было, насколько сейчас понятно, там уже в июле. А почему люди узнали это только за неделю? Это, конечно, ненормальная ситуация. Потому что через дискуссию там могли бы найти реальный компромисс. С одной стороны, чтобы, если так можно сказать, очистить от машин такое промо-место, да, чтобы был нормальный подход к церкви, которая там, да, и так далее. С другой стороны, да, найти для и бизнеса маленького, который да, там, и для очень жителей. Важный, конечно, компромисс, потому что понятно, что очень многие страны, мегаполисы закрывают вот историческую часть от этого большого количества автомобилей. Это понятно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, надо найти баланс с учетом того, что и время тяжелое экономическое. Да, нет, и, с этим я согласен. Да, туристов нет, да, поэтому нужно рассчитывать. С этим я согласен. Я думаю, там подход для такого, ну, такой нормальный демократический процесс, чтобы найти компромисс, был упущен, к сожалению. Да, к сожалению, Эдгар Сьялнус у нас был в студии, член правления партии для развития Латвии. Большое спасибо. Спасибо.